Привет, мои любимые. Привет. Все. 10 часов вечера. Я отработала. Жду, сейчас придет напарница. Или как ее там называют? Сменщица. И пойду домой. Устала, капец. Но зато такая счастливая от выполненного квеста. Вообще жесть. Ноги гудят. Столько набегала. Здесь, в принципе, не сложно. И площадь небольшая уборки. Но сложно, что мыть посуду. Постоянно стоишь. Хоть и в машину загружаешь, и выгружаешь, и все эти выставляешь, и опять. И все моешь, всю посуду постоянно. Много детей. Тут учебный центр. Вот, но энергетически очень спокойно. Во-первых, что детки, это приятно. Во-вторых, ну как детки, здесь молодежь. Так, 15-16 лет, не знаю, 14. И что сказать? Первый день, ну, естественно, тяжело. Пока втягиваюсь, у меня даже, я смотрю так на ручках, мозоли. Сейчас покажу. Вот здесь уже аж мозоли, видите? От того, что так выкручивала тряпку. И так у меня руки непривычные так жестко что-то делать. Очень сильно. Ладно, сейчас пойдем домой и посмотрим ночной Петербург. У тебя отсюда есть ключи, да? Ага. Тебе не сказали меня ждать. Ну ладно, Светочка, побежала я. Только я не знаю, куда тут идти. Откуда я отсюда не выходила? Подожду тебя. Как на улице классно. Мои любимые. Иду. С этой, со Светланой. А это не закрывается, да? Это нет. Здесь вчера свадьба. У нас же здесь идет на балкон, это свадебный номер. Ага. А тут больше сидит. Здесь сын живет, хозяйка. Здесь у нас готовит. Да, я видела, он пришел кушать, готовить. Кушал. Я говорю ему, давай тарелочку твою помогу. Он говорит, не, я сам. Я тут пришла, раньше был кот, один, два, три, четыре. Ага. Я, значит, зимой, ну, приезжаю после лета, раз, открывается. Не открывается. А они, оказывается, переходы поменяли, да. Да. И это самое. Ты куда, туда? Я туда. Ну, мне все равно. Ага. Черныши. Так, а так тебе не ближе? Так не ближе? Как? А вот отсюда, через Маяковскую. Одинаково? Там, да, здесь чуть-чуть одинаково. Я когда там хожу, когда здесь. Понятно. Что? Мне уже... Мороз уже, что ли? Сегодня снег шел, я вот была, это самое, далеко ездила на юго-запад, там, в Красносельский район. Там снег, девчонка. Я говорю, нифига себе, тучи черные, снег шел. Ну, конечно, растаял. Я смотрела ночью, 3 градуса. Ну, это все уже замерзки. Особенно вот когда хорошо, когда рядом живешь, это очень большое значение имеет. Ну да, когда никуда не ехать, вот вышла. Ну, ты настроена работать? Да. Ну, конечно. А что, ты видео ведешь? А я снимаю так для себя. Ага. Люблю Питер. А ты за сколько, год работаешь? Второй. Второй уже? Второй сезон. И что, не обижают? Вот есть там, на бабки кидают, еще что-то. Нет, здесь все четко. А как они, наличкой платят или наличкой? На карту? Наличкой, наличкой. Да? Ага. Понятно.
конечно, вот это то, что... Ну, самое понимаешь, это все мы устроены неофициально, поэтому с нас не требуют там ни книжки медицинские, ничего. Угу. Естественно. Так это сейчас самое такое. Угу. Везде, куда ни кинься. А сейчас прививку сделают, и сделают, и это самое. Угу. Аполлончики. Аполлончики красивые, да? Давай, давай, прирабатывайся, а то мне тяжко обновить. Мне нужно, а сейчас снег пойдет, конечно, будет грязи побольше. Здесь специфика та, что они без сменки ходят. А видишь, любят, чтобы чисто было. Здесь там будешь на швабре, ну, на первом этаже особенно. Шлюпают. Да, я знаю. Ну, ничего, можно, можно. Работать можно. Потом они и кормят, можешь кушать как бы вечером. После это самое, здесь это официально. Ну, правда, бывает, что не хватает еды. Там, когда Борис, вот Борис повар-то, если мало сделает, то там оставит. Ну, вот сейчас они оставили это, гречку, котлеты, еще что-то. Они так и лежат? Нет, я в холодильник. А, ты забрала? Нет, в холодильник убирается. Ага. А суп ты доела, да? Я нет. А, девочки там ели. Забирают, да. Они обычно забирают, ну, это самое. Угу. Ладно, ну, солнышко, ну, счастливо. Все, давай до завтра. Счастливо, да. Надеюсь, до завтра. Надеюсь. Пока. Смотрите, там какая луна. Луна! Какая огромная. Ну что, мои любимые? Отпахала я. Еле иду, ножички болят. Прошу. Едь, дорогой. Слушай, дорогой, почему такой худой? Приезжай ко мне в Кишлак, будешь жирный, как ишак. Или как там еще говорят? Как-то еще по-другому говорят. Какие звезды яркие. Вообще, вот вроде бы в городе так светло, а там вон звезда. Смотрите, какая яркая. Видите, вот я вышла с работы. И вот я сейчас поверну, и я дома. Не надо никуда ходить. Так устала. Мои любимые, что даже не знаю, что говорить. Сказала Евгения Павловна, что завтра приедет хозяин комнаты и будет что-то там счетчик делать или еще что-то. Не знаю, что будет делать. Что-то будет делать. О, булочки. Булочки. Хлебушек. Печенюшечки. А я есть вообще не хочу. Я шла на работу во сколько? В 3 часа где-то поела. А сейчас 10. В 3 часа поела гречку. 2 яйца. Красиво очень. Такой вечерний Петербург или ночной. Потому что времени 10, значит, это уже ночь. Вот. И как-то очень не хочется, чтобы он приезжал. Потому что деньги ему только вчера отдали за месяц вперед. И он сейчас приедет, что он хочет, непонятно. Счетчик делать. Лучше бы нам в комнате сделал проводку нормальную. Вон она, луна. Там из-за домов выглядывает. Вон, видите, прям по дому плывет. Все, я дома. Так что от работы мне 10 минут. Медленным шагом. Это я шла, разговаривала со Светланой. И так. И тупила, и тормозила. А если идти быстрым шагом, а не устала, и ноги не болят, то можно за 3 минуты долететь.
Вот так вот. Спасибо, мои любимые, всем вам за ваши пожелания, за вашу поддержку. И Танечке отдельно, и Иночке, и Наташе, и Людочке, и Любушке, и Светочке. Всем, 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 всем спасибо, мои любимые. И тем, кого не знаю. Вы меня очень-очень поддерживаете. Не знаю, что бы я вообще делала бы без вас. Хорошо, что вы есть. Люблю вас. Всем волшебного вечера. Пока-пока. Пока. Я дома.